Здравствуйте, меня зовут Бочинок Владимир Васильевич. Я являюсь педагогом-наставником в Центре цифрового образования детей IT-клуб город Южноуральск. С детства увлекаюсь компьютерами и всем, что с ними связано, и более 16 лет работаю в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций. Занимался моделированием 3D-визуализации начального уровня с помощью готовых 3D-моделей. В процессе работы занимался проектированием локальных вычислительных сетей, построенных на различном оборудовании. Работал над реализацией проектов по внедрению систем электронного документного оборота, а также систем контроля управления доступом на промышленных предприятиях. Люблю придумывать и создавать вещи своими руками. Имею опыт преподавания основ компьютерной грамотности группе из 12 человек с последующей сдачей итоговой аттестации. Есть навык установления контакта с людьми разного возраста, а также умение вырабатывать стратегии и тактику взаимодействий. Также есть опыт коммуникации с детьми и опыт командной работы. Я буду наставником в направлении разработка приложений виртуальной и дополненной реальности. Это направление подразумевает под собой принципиально новый мир для учащихся, в котором они смогут взаимодействовать не только с реальными объектами своего окружения, дополняя их сведениями, таким образом улучшая восприятие информации, но и попробовать себя в создании виртуальных миров. Голограммы, как в «Звездных войнах», полупрозрачный дисплей в воздухе, как в «Железном человеке», возможность побывать в другом неизвестном измерении или в какой-нибудь игре, например, Doom VFR, поубивать демонов или стать воином в Skyrim, сражаться с драконами, попутно исследуя прекрасный мир с его завораживающими пейзажами. Обо всем этом человечество мечтает уже давно. Но, к сожалению, воплотить это в реальности, а именно в физическом плане, пока невозможно с нашими технологиями. Однако на экранах очков, мониторах персональных компьютеров, дисплеев смартфонов это все уже есть. Данное образовательное направление имеет техническую направленность. В ходе обучения учащиеся приобщаются к инженерно-техническим знаниям в области инновационных технологий, формируют техническое мышление. Я человек активный, целеустремленный, коммуникабельный, доброжелательный и исполнительный. К работе подхожу ответственно и скрупулезно. Быстро воспринимаю и анализирую новую информацию. Легко обучаюсь и люблю узнавать что-то новое. Поэтому воспитать в своих будущих учениках именно такие качества является для меня важной задачей. Однако приоритетной задачей является помочь обучающимся освоить мир виртуальной реальности и научиться разрабатывать приложения виртуальной и дополненной реальности.